центре внимания инспекторов ГИБДД ездоки, лишенные права управления. В среду в Иванове провели совершенно новый рейд. У инспекторов есть госномер и приметы автомобиля нарушителя, адрес его проживания. Информацию о том, что лишенец периодически садится за руль, в дежурную часть сообщили соседи нарушителя. Сначала гражданские экипажи незаметно преследуют авто, а затем бесправник попадается в руки инспекторов. В ходе рейда был задержан один нарушитель. Наблюдение еще за несколькими продолжится. Вскоре они окажутся в полицейских сетях. Если водитель, лишенный права управления, садится за руль, то в данном случае на него будет составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. В данном случае водитель доставляется в суд, и суд уже принимает решение о том, чтобы привлечь водителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, либо ареста до 15 суток, либо обязательных работ от 100 до 200 часов. Но, как показывает практика, суд принимает решение об административном аресте. Водитель отстраняется от управления транспортным средством, и его транспортное средство задерживается. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, сообщить о нарушении правил дорожного движения можно по телефонам дежурной части 30 44 35 или 32 50 38.